Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды в студии Виктория Хармелина. Международный женский день. Погода порадует достаточно высокими температурными показателями. Утром возможны туманы, но день в целом пройдет без осадков. Ну а жители северных и южных районов солнце все-таки порадует своим появлением. Подробнее о том, какая температура ожидает нас 8 марта, узнаем далее. Слегка облачно выдастся утро на севере страны, но уже к полудню выглянет солнце и задержится до самого вечера. Максимальная температура воздуха днем составит 8 градусов тепла. Облачность с небольшими прояснениями ожидается и в центральной части, а вот осадков точно не предвидится. На термометре от плюс 2 до плюс 11. Еще теплее на юге страны, к тому же весь день будет солнечным. А осадков не предвидится и здесь. В утренние часы столбики термометров покажут плюс 3, а днем поднимутся до 12 градусов выше нуля. Перейдем к столице. Несмотря на пасмурное небо, нас все же порадуют температурные показатели, которые установятся в дневные часы. Таким образом, столбики термометров покажут 12 градусов тепла. Это все о погоде в Молдове. А какая температура ожидается в европейской части, узнаем далее. Наконец, и в Киеве днем ожидается плюсовая температура, но будет пасмурно до плюс 3 градусов. А в Москве еще хоть и холодно, но день обещает быть ясным до самого вечера, от 13 до 6 ниже нуля. Температурный режим в Бухаресте существенно не меняется, днем до 11 тепла, но будет пасмурно. Становится теплее и в Риме. Утром покажется солнце, но днем скроется за облаками. Плюс 3-15. По-прежнему в Париже пасмурно и дождливо. Дневной максимум составит 12 градусов тепла. Понадобятся зонты и тем, кто в Барселоне, но температура достаточно комфортная, от плюс 11 до плюс 13. Осадки в виде дождя ожидаются на протяжении всего дня в Стамбуле, а дневной максимум составит плюс 13. Плюсовая температура и в Лондоне, но в этот день будет малооблачно и, возможно, пройдут дожди. Ожидается до 8 выше нуля. Это все о погоде на 8 марта. Хорошего настроения и до встречи!